пока мы находимся уже, правда, в финальной части его, но производство уже. Мы уже делаем песни в студии. Я надеюсь, что весной мы его напечатаем. Сейчас Коля принес целую пачку, так сказать, старых каких-то песен, еще что-то. Мы уже сделали штук 16 в разных вариантах. Они существуют, мы все, ну, терзания, короче, творческие. И ежедневно мы занимаемся этим. Каждый вечер приходим, чтобы не беспокоить особо соседей наших. Мы здесь можем, конечно, круглосуточно заниматься, но мы так стараемся вечерком, потому что спокойнее.